Five Shoot Challenge. Пояснюємо правила. Вони доволі прості. У кожного гравця є одна спроба вдарити п'ятьма різними способами, аби заробити якомога більше очок. Перший удар – за меж штрафної з лівої ноги. Кожен учасник має постаратися забити гол. Далі те саме, тільки з іншого краю карного майданчику. Потім кожному гравцю накидується м'яч, він має вдаритись об землю і після цього гравець має забити гол. Четвертий удар – вихід один на один. Учасник має обіграти воротаря та забити. І нарешті останній удар і найпростіший – пенальті. Тут все просто. Очки будуть нараховуватись наступним чином. 0 очок дається, навіть якщо не потрапляєш у площину воріт. 1 бал, якщо голкіпер зробив сейв після твого удару. 2 бали, якщо був забитий гол. І нарешті 3 бали, якщо удар був з розряду тих, які не беруться. І голкіпер навіть не торкнувся м'яча. Що ж, починаємо. Правий, два лівий. Ну. Все, так що ти не ждеш. Так, а що ти смотриш на мене? Ну я тут у бік. Хто на ворота? Давай, чувачі. Давай. Юзефа. Без первого ничего. Давай. Юзефа. Ты слева начинаешь. Я, может, выбираю, не? Ну ладно, я думал наоборот. Я выбираю бить вторым, можно? Нет, ты бьешь первым, выбирай какой ногой. Че это я бью первым? Если я выбрал, я... Все, давай, я начинаю, да? Что, стрелюха заряжен, никогда не гадаю. Нормально еще. Не, это точно бензином. Отойдите, молодой человек. Давай, давай. Все равно не попадет с поворотом. А так, а в ближний можно было? Я думал, в дальний идем. Сколько у него баллов? 3. Да. Читай дальше. То есть он меня уже обогнал, у него еще один удар. Ладно. Это у меня левая рабочая. Челлендж без шанс. Опа, 3-2 получается, он поворотом не попал. Шансы есть. Ты снова сейчас порву их. Ты левый, да? Нет, крученый. Ой, здорово. Ну можно за бал засчитать, не? Да ладно, просто направить в дальний угол, правильно? Да что ты не поверил? Я думал, он машет кто-то. Неплохо, можно забить даже. Да, да. Вот, червивый тебя. Забить забыл, это. Ух, кошка. Илюха, ты сейчас, конечно, напугал меня. Андрюха, я ему такой арбуз взял. Давай. Здорово. Куда его? А тут задача поворотом попасть. Давай, я сейчас тебе тоже первый дам такой. Шо ты как на меня смотришь? Пожал. У меня еще есть шансы отыграться или нет? Пенальти надо за 5 баллов мне считать. Ты скажи, что ты... Я кидаю, внимание. На. Ой, спасибо. Просто я тебя накидываю как Кент. Просто покачу в угол. Чупапи, мы няня. Илюха, сейчас такой злой. Поехали. Счет, пожалуйста, счет. Ну если что, то все на камере будет видно, что ты меня сломал. Потом объяснишь. Все, Илюха, не забей. Нет, да. Договорняк катает. Ты аккуратно, бы там что-то... Можем что-то посадить тут. Шутку свою посади. Илюха, возьмешь точку, ты лучше. Давай, Бруно Фернандеш. Ух!
Ну тут точно, ну тут точно не, ну, не чистое, даже правильно? Ну, на балик меньше. Сань. Ну тут уже надо считать, если честно. Чего я считать? Я тут увереннее ударил. Так я выиграл. Все, спасибо тебе. Давай, друг. С победой. Спасибо. Пошел. Приятно, приятная победа.